17 июля 2018 года, семинар столетию трагедии убийства царской семьи. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу. Аллилуйя. Боже, благослови эту трансляцию. Боже, благослови эту уже четвертую часть семинара на Ютубе в прямом эфире. Аминь. Аллилуйя. Время Господу действовать. Аминь. Благослови, Господи. Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Богу, Спасителю. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Сегодня у нас семинар, я провожу семинар здесь, в нашей Киевской архиепископии. Вот решил в прямом эфире сделать его. Приурочен он к сотой годовщине, такому трагичному юбилею, со дня убийства царской семьи. Да, прошло 100 лет, уже 100 лет, целое столетие. 100 лет назад совершилось это кровавое злодеяние, убийство дома Романовых, ну, семьи, царственной семьи дома Романовых. Николая, Александра, дети их приближенные были расстреляны, были убиты в Екатеринбурге. И в этом семинаре я рассказывал о таких предпосылках. Я, кстати, даже упоминал в первой части, по-моему, упоминал как раз о недавнем торжестве во Франции. Мне очень жалко Францию, честно говоря, которая до сих пор празднуют как национальный праздник то безумие, которое называется французской революцией. Это действительно безумие. Конечно, я не оправдываю тиранию абсолютной монархии, не оправдываю любая власть, она несовершенна, но само безумие революции, день взятия Бастилии знаменитый, да, само взятие, само празднование как праздника революции, это кровопролитие, безбожие, это очень печально. Кстати, во Франции тоже было не все так просто, не просто, нет ничего такого с бухты-барахты. Знаете ли, есть сеяние, жатва, есть всему свой час. И знаете, во Франции можно вспомнить убийство гугенотов, Варфоломеевскую ночь, можно вспомнить изгнание, вообще полное изгнание всех оставшихся в живых гугенотов, протестантов вообще. Франция стала католической, король Франции ликовал, народ ликовал, наконец-то от сектантов избавились, как говорится, баба с возу кобыли легче, все, теперь заживем мы хорошо, без сектантов, все, внутреннего врага разбили, пятую колонну уничтожили, все, радость. Ой-ой-ой, небеса плакали над Францией, ангелы, которые отвечают за Францию, рыдали, смертный приговор Франции был подписан. Прошло 100 лет, не сразу, знаете ли, вот сеяние жатва. Есть засевание, а есть период возревания, но есть период жатвы. И страшная жатва, через 100 лет вот это грянула французская революция, которая стала увертюрой многих этих революций, эпохи революций в Европе, и в том числе Российской революции 1917 года, насчет переворота большевистского. И недаром у нас, ну, с детства помним, да, кто среднего возраста, как я, постарше, те помнят с детства, да, вот эти все, опять-таки, идеологически такие, нас приучали к тому, что мы преемники Парижской коммуны, везде звучало это, Парижская коммуна на слуху была. Красный пролетарий, Парижская коммуна. И знаете, вот это безбожие Парижской коммуны, они даже творца пытались тоже, ну, в меньших масштабах, не как у нас получилось,
Но на то оно и увертюра, как бы. Но тоже попытались они вот свергнуть Бога с престола, знаете ли, и из-за скорости ограниченного интернета вот прерывается связь, к сожалению. И так вот, из-за того, что, значит, вот как они пытались, французы в свое время пытались не только своего там царя свергнуть и убить, значит, там, или придворных каких-то, или дворян, всех знатных людей убить, власть пролетарии вся, вся голодьба, все голодранцы, все во власть пошли. И что, к чему это приводило? Страшно, конечно. Но, знаете, друзья, что самое страшное, вот если вспоминать Парижскую коммуну, Парижскую революцию, Французскую революцию, они и Бога хотели за бороду схватить и не спровергнуть с небес, с трона. Даже семидневную неделю, которая, ну, неизбежно она напоминала о создании, о творении, о Творце, неизбежно. Потому что шесть дней Бог творил этот мир, седьмой день Он в субботу почил. И, в общем-то, чисто по-человечески эти семидневная неделя, вот везде, абсолютно везде принятая, да, значит, она никак иначе не объяснима. Потому что чисто по-человечески проще там 5 дней или 10 дней разбить как-то на четное число такое, вот как бы, значит, там и, в общем-то, более понятное число, точное такое число. А здесь, значит, 7 дней. Почему именно 7 дней? Вот, дело в том, что даже 7-дневная неделя, она всему человечеству указ о том, что есть Творец, который 6 дней творил весь этот мир, а 7-й день почил. Шаббат, первый в истории человечества, в субботу провел Всевышний Бог наш с первой семьей. Все человечество было всего-то ничего. Ты да я, да мы с тобой, как говорится. Адам и Ева, наши пращуры, наши пра-пра-пра-пра-пра, праотец и праматерь, батюшка и матушка, вот с которых весь род людской пошел. От одной крови, Павел пишет, апостол сказал в Ареопагите, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Так оно и произошло. И французские революционеры, понимая, что идею Бога очень трудно вытравить, решили очень радикально вытравливать, вести десятидневку. И отсчет времени не от Рождества Христова, не от начала нашей эры, а от Парижской коммуны, от революции французской. Сегодня, слава Богу, это безумие прекратилось, но после падения этой коммуны, этого жуткого эксперимента, такого фашистского, такого коммунистического, непонятного какого даже вообще, бесовского эксперимента, Парижская коммуна — это была чисто бесовская коммуна, чисто бесовская коммуна, дьявольская коммуна, которая строилась на безбожие, на атеизме, воинствующем, самом оголтелом, на крови, насилии, на терроре, красном терроре, кровавом терроре. И это была увертюра будущих революций других европейских и, конечно же, значит, увертюра империи зла, такой страшной гибридной империи зла, которая родилась на нашей территории, так называемой СССР. Это империя зла, которая не имела себе аналогов вообще в истории человечества. Все мировое зло в истории человечества на протяжении 5558 лет, значит, вот существует сколько род человеческий на этой земле, согласно Библии. Знаете ли, все это вкупе вместе взять и с Советским Союзом сравнить, все зло, это будет ничто. Потому что впервые в истории человечества родилась такая общественная формация, нам как говорили в советское время, что мы советский народ, что мы новая общественная формация, которая никогда раньше в истории человечества не существовала вообще. Пока существует, как говорится, Homo sapiens, человек разумный, такой общественной формации, такого общества вообще никогда в истории не существовало. И в чем особенность наша, как советского народа, нам говорили? А народ атеист,
любой народ на планете возьми, нам это объясняли тоже по марксистско-ленинской философии, я сдавал в свое время марксистско-ленинскую философию, и, значит, и даже в университет марксизма-ленинизма мне документы вручили как лучшему учащемуся, сдавшему на 5 с плюсом, на отлично, защитил я, значит, как там называется это, реферат там свой, значит, там защитил, основной вопрос философии назвал. У нас был представитель университета марксизма-ленинизма с Москвы, она привезла, эта женщина, с собой, значит, такие документы одному учащемуся для льготного, на город Орел целый, для льготного поступления в университет марксизма-ленинизма. То есть без экзаменов сразу попадает человек туда под ее крыло, как там, кто она была, академиком, кто эта женщина. Вот, значит, и советский еще, понятно, Советский Союз, 80-е годы. И середина 80-х, казалось бы, уже началась перестройка, но все еще было очень глухо, как в танке, как говорится. Еще мракобесие советское, коммунистическое было очень и очень явным. И вот, значит, и именно мне, вот вашему покорному слуге, будущему священнослужителю, тогда вот церковленному верующему, значит, православному, помогал там священникам, вот мне эта женщина вручила вот эти вот документы. Ну, следом за мной вышла вся красная, аж побагровевшая моя учительница по марксистско-ленинской философии, которая мне раньше говорила, до того, до экзамена говорила, что ты не получишь диплом, ты не получишь, лишь справку о том, что проходил обучение в художественном училище, и все. Вот, диплом не получишь, оценку не поставлю тебе, значит, все, зарублю тебе. Потому что она ненавидела верующего человека. Просто ненавидела. Всеми фибрами души своей. На каждый урок. У нас фактически весь класс не учился. Один я учился. Потому что каждый урок, это была массированная антирелигиозная пропаганда. И она всегда смотрела только на меня. Все, весь класс перестал для нее существовать. Вот. Она задалась целью истребить веру. И, собственно, меня извести как верующего человека. Но она... по-своему благородно понимала, по-своему спасти, сделать из меня советского человека. Вот, но как бы, и она, когда, представитель марксистско-ленинского университета марксизма-ленинизма приехала к нам, знаете ли, значит, случайно, его величество случай. Чарльз Сперджин, по-моему, говорил, или кто-то из великих других проповедников, что его величество случай – это псевдоним его величества Господа Бога. Когда Бог напрямую под своим именем не работает, он работает под своим псевдонимом излюбленным. Его величество случай. Накануне я не спал. Перед тем подошел к заблагословению к священнику своему, там, духовному отцу тогда, своему отцу Иоанну Квитович, митрофорному протоиерею, духовнику. Я подошел и говорю, батюшка, поплакался ему, батюшка, говорю, благословите. Я говорю, не знаю, как мне сдавать. Мне учительница сказала, что я не сдам марксистско-ленинскую философию и диплом не получу художника. Вот, не будет ни распределения, ничего, просто Филькина грамота, что проходил обучение, все. Вот, и так она добьется своего. И самое интересное, мне священник сказал так, отец Иоанн, Сережа, он говорил, он сам Западной Белоруссии. Так интересно, еврей из Западной Белоруссии, и он, у него такое был, такое произношение неповторимое, такое еврейское, белорусское, западенское, белорусское такое произношение. Сережа, он говорит, Сережа. Неподражаемо просто вообще. Мне очень нравится вот этот вот диалект такой, белорусский такой вот акцент такой. Тем более с еврейской ноткой такой. И он говорит, Сережа, если тебя спросят, допустим, твое личное мнение, об этом вопросе, о другом вопросе, то скажешь свое личное мнение. Ну, понятное дело, вылетишь. Если тебя спросят мнение такого-то философа о таком-то вопросе, то скажи чисто, как тебя просят. Именно слушай вопрос и отвечай строго по вопросу. Спросят мнение такого-то философа о таком-то вопросе, то отвечай. Я накануне не спал. Я весь переволновался, конечно. И Бог совершил чудо. Там, на небесах, в небесной канцелярии совершилось чудо. Бог повелел, и ангелы устроили. Эта женщина с университета марксизма-ленинизма приехала в Орел, во-первых, чудо, ладно, но она ехала в университет, но в институт, но самое, на худграф, по-моему, куда-то еще она хотела попасть. Но самое интересное, в последний момент вдруг переигралась, никогда в истории нашего ОХУ, так называемого, Орловского художественного училища, никогда, значит, не было подобного, чтобы вот представитель университета марксизма-ленинизма был на вот экзаменах. Но в этот момент она решила вдруг в последний момент
переиграть и приехать в Орловское художественное училище. И поэтому я сдал блистательно, а значит, та учительница моя ничего не смогла сделать. Да, кстати, сегодня 124-я годовщина со дня рождения Жоржа Лемонтра, бельгийского католического священника, астроном и профессор физики. Предложил, что Вселенная расширяется. А, да, тоже. Много всяких дат, юбилеев, да. Сегодня, кстати, у нас праздник в нашей семье. В нашей семье праздник, день рождения нашего старшего сына. У нас шестеро детей, три мальчика, три девочки. Первая у нас родилась Анастасия, второй у нас Николай. Значит, потом Серафим, Таня, Сережа и Инна. Вот у нас шестеро детей. И вот сегодня день рождения нашего сына, старшего и сыновей. Три сына, три дочери. Бог нам дал, слава Богу, родить. Слава Иисусу. С ним с утра поздравил его. И вот, вот так вот. Так что много всяких юбилеев. Кстати, рождение нашего сына тоже чудо. Тоже Божье чудо. Ну вот по поводу империи зла Советского Союза. Знаете ли, как ни странно, еще Александр Борисов, протоиерей московский, в конце 80-х, начало 90-х, он замечал эту удивительную вещь. Кстати, с Александром Менем они были солидарны и соратниками были в свое время. Вот, и опять повторное включение идет. К сожалению, да, к сожалению, да. Сейчас. Вот так вот. Ай-яй-яй. Вот, интернет что-то у меня барахлит. То появляется, то снова исчезает. Теперь опять зависло. Ну ладно. Хорошо, есть камера, которая включена, которая все пишет. Потом запись эти выставлю с камеры. Так вот, о чем я. Что, значит... Господь благослови. Все-таки к столетию самого убийства царской семьи страшная трагедия. И страшно, что действительно вот это стало, знаете ли, неким таким знамением времени, неким знамением вот, эпохи целой. Вот, уже больше 100 лет продолжается безумие на нашей земле. И... Но, как ни странно, именно царское самодержавие, именно православие царское, царская Россия прокладывала дорогу для этого безбожия, для коммунизма. И вот я упоминал Александра Борисова, московского протоиерея, пока интернет не завис, вспомнил о нем. Так вот, и Александр Борисов в своей книге «Побелевшие нивы» или «Размышления о русской православной церкви», он писал, что мы, говорит, как церковь православная, мы, говорит, сами породили Советский Союз. Создали все условия для вот именно вот того, по сути, чтобы этот дух нечистый, коммунизма дух, он, будем так говорить, обосновался на нашей земле. Помните, Маркс, Энгельс, манифест Компартии в свое время зубрили наизусть, ну, я, по крайней мере, зубрил в свое время, вот, чем радовал учителей и получал отлично. И, значит, и манифест Компартии, он начинался, там, как... Призрак бродит по Европе, да, призрак коммунизма. Вот, и действительно, призрак нечистый этого коммунизма, он бродил по Европе. Энгельс считал, что в Англии его родной, этот призрак Уэллса, в частности, он осядет. Маркс считал, что в Германии, вот как бы единственное, наверное, их несогласие, наверное, вот между собой. Вот, а так, значит, на самом деле и не в Англии, и не в Германии. Хотя и там это могло бы быть. Но Германии Бог еще поберег какое-то время по благодати из-за реформации, я так понимаю, происходившей там, все-таки колыбели реформации. Вот, а Англию Бог спас, просто по милости, по благодати своей спас от этого ужаса коммунизма, пробуждение начавшееся. Даже неверующие историки признают такой факт, что именно благодаря вот, начавшемуся в Уэльсе пробуждение, в Англии пробуждение было в то время, так, значит, Бог помиловал землю, Бог спас тогда, действительно, так, продолжить эфир, да, сейчас посмотрим, что получится.
Нажал я продолжить эфир. Господь благословит интернет. Продолжение этого эфира. Да, друзья, не уберегли царя. Ну да, здесь, знаете ли, вот в предыдущих частях, в трех частях, я как раз рассказывал о такой предыстории этой трагедии, о том, как развивалась история дома Романовых вообще как таковых на протяжении 300 лет, как вот безбожие распространялось больше и больше под ширмой казенного такого государственного подкаблучного такого православия, христианства вавилонского, будем так говорить, да, значит, и блудницы этой системы, цезарепопийской системы. Это все привело, конечно, к ужасам. Как вот Александр Борисов писал, я с этим очень согласен даже, что действительно мы, говорит, потеряли Святую Русь, породили Советский Союз. Мы, как церковь, сами породили Советский Союз. Потому что действительно, значит, а по-другому и не могло быть. Призрак коммунизма, он искал места безводные, бесплодные, искал то место, где ему укорениться, будем так говорить. Вот. Ну и я в этом эфире, в этой последней части, четвертой, я не планировал четвертую часть писать, но вот решил сделать прямой эфир четвертой части еще. Я хочу покаяться. Я каялся перед Богом об этом, но хочу покаяться вот также в присутствии всех вас, дорогие друзья. Я хочу покаяться паки и паки, снова и снова, в коммунизме, в идеологии коммунистической, человеконенавистнической этой идеологии. Я хочу покаяться в культе царя Николая. Я в свое время был поклонником. Я погружался в такое религиозное православие, знаете ли, и был поклонником царя Николая. Еще задолго до его официальной канонизации, вот, в конце 80-х годов, это была крамольная такая идея, но мне она очень нравилась. Мне нравилась именно тем своим мистицизмом таким религиозным. Те старцы, священники, которых я посещал, они тайком, в то время, в советское время, это тайком, знаете ли, говорили, что вот, значит, последний царь, он мученик, он, значит, там, страдалец. Вот, ну, так осторожно очень говорилось. Это было, потому что, значит, ну, совершенно, с точки зрения компартии, крамольная ересь такая. Но, значит, уже с 90-го года, с 91-го года, с 90-го даже года уже, вот, значит, я имел такое поклонение, как бы, Николаю, молился Николаю, царю Николаю, как страстотерпцу, как мученику, переписывал от руки тогда, в советское время, значит, знаете ли, только такое было доступно у нас. Мне попали, значит, в руки, значит, зарубежной церкви православной, акафист Николаю II, и от руки переписывал, и несколько раз переписывал для себя, там, еще для кого-то, вот, для Цаяна Поташинского, настоятеля Никольской церкви там, в Солнечногорске, Московской области, еще для кого-то я переписывал, для отца Анатолия, по-моему, Баскакова в Москве, еще для кого-то из священников. Я их много от руки переписывал полностью, эти акафисты, значит, таким красивым почерком, так не спеша, чтобы было все читабельно, как бы. Вот, и этот акафист тайком распространяли, вот, я его распространял тоже. Это был 90-й год, потом 91-й год, это последние годы Советского Союза, еще официально был Советский Союз. Но уже эта ересь распространялась. Тогда же я делал первое изображение, значит, Николая II уже как святого. Вот. Будучи священником, в 91-м году я тоже сделал подобное изображение, ну, с благословения архиерея, конечно. Вот, значит, последнее большое изображение в самом храме уже, не келейно, как до того, а в храме именно большое изображение, я сделал Николая II икону. Это было в 95-м, что ли, году, получается, уже, в Брянской области. Значит, по благословению архиепископа Мельхиседека Брянского и Севского тогдашнего. Вот, значит, с его благословения я попросил его благословения на то, чтобы написать большой образ Николая II, именно выставить его в самом храме для поклонения и читать акафисты уже. Но как бы это было еще до канонизации официальной, поэтому как бы это было на разрешение архиерея. Но я это добился и это сделал. Сделав большое изображение, значит, проводил эти молебны, проводил эти, значит, акафисты.
Вот, как местночтимого святого, будем так говорить. Даже он в Брянской епархии это не был местночтимым святым. Так, просто на соизволение архиерея. Вот, значит, и, знаете, я участвовал и подливал масло в огонь этого культа. И сегодня я в этом раскаиваюсь. Публично в этом раскаиваюсь. Я каялся перед Богом, но сейчас хочу покаяться так прилюдно. Люди добрые, слушайте. Вообще, всякое многобожие – это есть ересь и грех. Любая молитва, кому бы то ни было, помимо Господа, Бога Всемогущего, это есть ересь. Только Господу Богу поклоняйтесь, и Ему одному служите. Только так, друзья. Ибо един Бог, написано, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Многобожие, а именно так, таким страшным словом можно назвать этот грех, то есть когда человек молится кому-то еще, неважно, Николаю, там, Василию, кому, Петру, кому угодно, если важен сам принцип, кому-то еще помимо Господа. Лишь один посредник, ходатай Нового Завета, первосвященник, один лишь между Богом и человеками. Это Иисус Христос, запомним. Согласно теологии Нового Завета, это очень четко, ярко, это не просто отдельные места из Писания, это вообще весь Новый Завет, он и в контексте всего Нового Завета, именно эта идея и явно выражена. Очень явно. Настолько, что не заметить ее просто невозможно вообще, не увидеть это невозможно, читая Слово Божье. И до 88 года я имел опыт именно молитвы только лишь к Богу. Я держался этого принципа, даже воцерковляясь, я все равно держался этого принципа, молюсь только лишь к Богу. Но затем, к сожалению, вот 87-88 годы, на переломе этом, я стал учиться молиться кому-то еще на стороне. Молиться разным святым, молиться к Богородице, я так называл Марию, Матерь нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Царицы Небесной называл ее, Матерью Бога Всевышнего там, и прочее, 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 и прочее. Пел я, как и тысячи других одурманенных религиозной ложной пропагандой многовековой, я пел «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, неимомой иной надежды». И там, я уже позабывал многие молитвы. Слава Богу, слава Господу. Уже многие вещи позабывал за эти годы. Уже больше 20 лет уже, как реформатор тружусь, как обновленец. И с 96-го года, все, я зарекся не молиться никому, только лишь Господу Богу, все. Только лишь Бог, только Господь, только один Иисус, 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 все. Все остальные, Он есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него. Это просто пришло как откровение, как рема в мою жизнь тогда, в 96-м. И я отказался в своей личной молитве, во-первых, индивидуальной молитве, кому бы то ни было помимо Господа. И какие-то недели, месяц, там, сколько там, не знаю, времени, продолжалась такая двойственность некоторая духовная. Меня это добивало, конечно. Я поэтому и не смог-то больше оставаться в РПЦ. Дело в том, что, будучи вот, как христианин, православный, как вот священнослужитель, если дома я молился только лишь Богу. Дома, келейно, как мы говорим, да, в православии, молился только лишь Богу. Но, опять-таки, дамы и господа, приходя, братья и сестры, приходя в храм, где я был настоятелем, я обязан был петь там «Все святые, молите Бога о нас», там «Все святые, там такие святые», или «Пресвятая Богородица, спаси нас» и прочее. Если до того, когда до того, как Слово Божье вернулось в мою жизнь, я это пел с удовольствием превеликим и с духовным наслаждением, как я считал, и это было, ну, очень для меня важнейшим составляющим моей молитвенной жизни, многобожие это, то уже после того, как Слово Божье вернулось в мою жизнь, в том же 96-м году это было, знаете, это было уже как ножом по сердцу. Я не мог. Думаю, надо же, я сам вовлекал в это все, я вовлекал людей в это все и учил молиться к Матушке Богородице, к святым, к Матронушке, к Иванушке, там, значит, кому-то я не учил молиться, и еще к Николаю II, к этому, думаю, еще до официальной канонизации я уже просто все уши прожужжал на приходе там людям, и люди стали, и люди, каков поп, таков приход. Или как там написано еще в пословицах русского народа, если поп молится сидя, прихожане молятся лежа. То есть многие прихожане еще хуже пустились во все тяжкие, всякие паломничества, всякие мощи, всякие... Ой-ой-ой. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И знаете, поэтому я уже не смог больше исполнять обязанности священника. Я понял, что или мне нужно, как говорится, как один батюшка мне сказал, ну что, отец, поделаешь, говорит, с волками жить, по-волчьи выть. Что, самый умный, что ли? Вот, значит, кому-то что докажешь... Мне говорили, ничего, стерпится, слюбится и все. И я пытался,
но не получалось уже, все. Душа моя отклеилась, моя совесть уже не позволяла мне молиться, кому опыта не было. Да и поклонение иконам, почитание мощей, почитание икон, это все отшило. Я не против живописи, не против икон, да, но против почитания их, против служения и против почитания их. Вот, и всякое идолопоклонство как отшило просто, всякий религиозный оккультизм, молиться за упокой, как отшило, как рукой, знаете, сняло, знаете ли, читая Слово Божье, все. О том, что мы делали, стыдно вспоминать. Да, стыдно, да, больно порой, но нужно. Нужно, почему я рассуждаю? Потому что, заходя в храмы, я вижу опять-таки, опять 25. Люди стоят, лбы расшибают, молятся святым, молятся к Богородице, почитают мощи. Ой, и я зарекся, я буду говорить об этом всегда, буду свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни, до тех пор, пока на этой планете есть хотя бы одна душа, которая заражена этим многобожием и идолопоклонством, и религиозным оккультизмом. Я буду говорил, говорю и буду говорить. До тех пор хотя бы есть одна душа даже на Земле, из всех миллиардов, даже один человек лишь, если останется, который молится кому-то еще помимо Господа на стороне, я буду об этом обязательно говорить. С любых трибун, с любых кафедр, в любых школах библейских, в прямом эфире, в личном свидетельстве, везде буду говорить. Слава Богу, я уже больше 20 лет несу это служение. Реформаторское, евангельское такое православное служение. Я верю, что православная церковь воскреснет. Православная церковь воскреснет. Живое православие, настоящее, евангельское, библейское. И одна из идей собора предстоящего нашего, вот остается чуть больше месяца, 19 августа, это будет преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, так называется праздник по-церковному, по-православному. И это будет Преображенский собор у нас здесь, в Киеве. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Если вы сами не сможете быть, то рекомендуйте вашим друзьям, знакомым. Если вы кого-то из киевлян знаете, из верующих, неважно, баптисты, адвентисты, методисты, неважно кто, харизматы, пятидесятники, католики, православные, кто бы ни был, рекомендуйте. Потому что так или иначе, тема этого собора, то, что прозвучит на этом соборе, это будет важно для всех и вся. Некоторые протестанты мне, и даже служители некоторые говорят, что ну, эта информация больше для православных, нам это не так интересно. Наши же люди не молятся кому-то еще из святых, и наши же люди не поклоняются иконам. Во-первых, не все так, знаете ли, чисто, как кажется многим пастырям. Я занимаюсь душепопечением, и в том числе вот с протестантами общаюсь, вот так по душам, как говорится, да, молясь, консультирую, как говорят еще, да, исповедую. Я скажу, вынужден разочаровать очень многих пастырей. Я знаю сотни, уже сотни на сегодняшний день, за этих 20 лет общения, больше чем 20 лет общения с протестантами, знаю сотни примеров, когда и баптисты, и харизматы, и адвентисты, и притом уже не первый год верующие, и порой даже есть удивительные случаи, когда десятки лет уже верующие даже, старые верующие, еще в советское время уверовали. Тайком нет-нет, домолились кому-то еще на стороне. Вот так. Так что, господа пастыря, вынужден многих из вас разочаровать я, что не все так чисто, как кажется. Потому что многим пастырям протестантским, протестанты сами не раскроют так душу. Чего греха таить? Все-таки православная культура и православная традиция, она ближе душе человеческой здесь. Вот, не в обиду будет сказано, ни баптистским пастырям, ни харизматическим, ни адвентистским, никаким другим, не в обиду. Я очень люблю, очень уважаю протестантов, очень уважаю. За эти 20 лет я общался и общаюсь, и буду, и собираюсь общаться с любыми верующими, разной конфессии, разной деноминации, даже еретических. Там, где славится имя Иисуса Христа, я обеими руками за. Я буду говорить об Иисусе моем возлюбленном, буду говорить о Слове Божьем, буду говорить о любви Христа. Обязательно. И буду свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Везде и везде. Слава Богу. Чем я и занимаюсь. К чему Бог и призвал меня. Вот. И, дамы и господа, конечно, вот собор Преображенский. Прошу ваших молитв также об этом. Очень важная будет веха, я считаю, в жизни и нашей церкви поместной, нашей юрисдикции, не канонической православной церкви, такой реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь, вот, но и вообще всего православия и всего христианства, так или иначе всего христианства. Это благословение, потому что страдает ли один член, все тело страдает, проставляется ли один член, все тело проставляется. Слава Господу! Благословляю всех вас,
братья и сестры, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа, Господь грядет, слава Ему! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь, Христа Спасителя, мир всем вам! Ну и по скриптам снова и снова, паки-паки, что называется. Миром Господу помолимся и приглашаю всех на собор. Значит, в городе Киеве, здесь, в городе Киеве, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, арендованное помещение, вход через проходную, и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. Вот, с 9 утра у нас литургия, сначала богослужение, с 9 утра каждый раз в этом арендованном помещении. Каждое воскресенье с 9 до 12, улица Леонида Первомайского, 6, станция метро Кловская, это прямо возле станции метро, в центре города, так что найти очень легко даже. Вот, пусть Бог благословит вас всех. О, спасибо, Господи, спасибо за все, Боже, слава Тебе, слава, аллилуйя, аллилуйя.